Привет всем! Сегодня я покажу, как построить подводную лодку в BuildABoat for Trash. Делается она очень просто и быстро. Начинаем. Сейчас строим модель подводной лодки. Все готово, осталось только выключить анчор. Теперь можно посмотреть, что делают другие игроки. А вот и первый игрок построил какую-то военную машину. И сейчас смотрит, что это там такое плавает. О, тут какая-то ракетная установка летает. Ага, вот еще один игрок тут спрятал все. Решил построить что-то похожее на корабль. Не понимаю,
Он построил себе корабль и взял из него и выпрыгнул. Надеюсь, он его сохранил. О, Красный вообще решил тут все военной техникой застроить. То танк построит какой-то, то самолет какой-то с одним крылом построит. Ладно, я пойду посмотрю, что еще два игрока делают в черной команде. А они тут просто гуляют. Опа, привет. Что-то не понял, что это такое. Пошел своему другу рассказывать, что там увидел. Прокатиться хочет. Жалко, что я не могу его прокатить. Пытается своему другу сказать, что тут какая-то подводная лодка плавает, но не может. Его друг просто стоит и не смотрит никуда. Просто АФК стоит. Пытается привлечь внимание, но ничего не выходит. Ладно, все, я ухожу. На этом я буду заканчивать. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока-пока.